Бенефис писателя. Завершился городской смотр. Конкурс на лучшую организацию работы ангарских библиотек. Творческая комиссия выбрала несколько претендентов на победу. Библиотекари рассказали, как в течение всего года привлекали внимание читателей к творчеству выбранного писателя. Завершающим этапом соревнования стала защита тематической работы. Очень много было использовано новых форм работы библиотечной деятельности, таких как флешмобы, флешбуки, такие формы, как буктрейлеры. Было очень проведено много массовых мероприятий, более 65, посвященных 15 писателям. То есть в библиотеке выбрали 15 писателей. Среди них были и детские писатели, и современные писатели, такие как Даниил Гранин, например, и писатели классики, такие как Лермонтов, Островский, Тургенев. Победителями конкурса признаны 6-й филиал ЦБС за работу о Владимире Высоцком и Центральная детская библиотека имени Гайдара за обзор творчества Жюля Верна.